Драка, новый день, пацаны. Всем привет. Как вы поняли, поездка в Карелию на мотоцикле. Это будет здорово. Я это видео записываю больше для себя, потому что это будет приключение еще то, которым я с вами поделюсь. Короче, что сказать-то. Снарядил мотоцикл. Вот это вот у нас сумочка. Спасибо Орима за то, что подарили снаряжение. Она непромокаемая, классно так герметично закрывается, собственно. Ремешки Сереге отдал. Вот. А сумочку оставил себе. Вот как раз для таких целей. Тут, короче, все набрал уже. Запасная канистра на 5 литров. Ремень приводной. Там куча шматья, тапки. Ну, короче, и тут также запасной экип, ну, штаны имеется в виду, да, куртки запасной, нет. Дождевик, все дела, штаны для дождевика, ну, как бы дождевик единый целый. Ну, не целый, как бы он раздельный, штаны и курточка, ну, в общем, выму мотоцикл. И, короче, уже собираюсь ехать. Сейчас завожусь и погнал. Не знаю, в каком формате это будет сниматься, что-то сниму в пути, там, на заправке буду заезжать. Вот, а дополнительная канистра, это потому что запас хода у него, как мне кажется, очень маленький. Это примерно километров 250 до сухого. Вот, заправки на платке, если провтыкал, редко. Вот, поэтому на этот случай пятишечка, это там 80 километров, 90 можно проехать дополнительно. Уже до следующей заправки найти можно. Короче, пацаны, сейчас одеваюсь и выдвигаюсь. Такие дела. Подъехал к платной дороге. Вот, первый кусочек платки до двери. Ну что, полетели. Проехал первый платный кусочек. Вот, подъезжаем к Твери. Итак, пацаны, первую закладку проехали до Твери, до заправки рядом с Тверью. Вот. Занято немножечко, совсем чуть-чуть, вообще чуть-чуть. Можно было бы, в принципе, сесть и поехать дальше, еще километров 200 проехать, но думаю, что надо, ну, потом может отечь сильно, пятая точка, поэтому не будем торопить события. В общем, все отлично, приключение продолжается. Блядь, неудобно, ты едешь, как бы, и проезжаешь интересные какие-то места, достать камеру, снять, ну, неудобно, блядь. У меня там, вот тут стоит водичка, ее, в принципе, можно убрать, положи тот телефон. Я проезжал, короче, двух чуваков. Чуваки ехали на трициклах, да, или как они называются, мотоцикл, и сзади два колеса. Если задний ехал, это, ну, как бы заводской такой мотоцикл, то передний какой-то кастомный. Я не знаю, с чего он слепил, но, бля, это было круто. Они ехали километров 80-90, ну, было прикольно. Вот. Но, к сожалению, не получилось заснять. А так, едем дальше. Вот. Вообще, по плану, конечно, все заехать до одного человека вот, на объект. Мне очень нравится объект, который они начали. Очень крутой. Я бы очень хотел бы его исполнять, но, к сожалению, имеем то, что имеем. Хотя бы поприсутствовать. Я вам обязательно покажу. Вот. Я думаю, что вы где-то уже видели этот объект начало. Вот. Так что такие дела, пацаны, продолжаем ехать. Ну чего, еще один кусочек проехал в 155 километров. Вот, движемся дальше. Пока еще сказать, что я сильно устал, нет, но уже так немножечко есть, задница болит. Итак, пацаны, проехали полпути. Там у нас серединка, 480, по-моему, километров. Вот, сейчас можно покушать и даже немного подзаправиться. У меня чуть меньше полбака, но сейчас додуем до полного, потому как следующее уже, по-моему, Гефест возле Питера. Вот, поэтому такие вот дела. Такие красоты. Сейчас пойдем покушаем и полетели. Итак, пацаны, подъехали к Питеру. Вот. Что хочу сказать, ветер ужасно сильный. Сильный просто вообще конец. Сейчас на заправке на Газпромовской, прямо вот на подъезде к Питеру. Вот, сейчас буду включать навигатор и ехать на объект там один, который я вам дальше покажу. Вот, сейчас ветер дует, чтобы снять нормально, пойти к мотоциклу. Зашел так немножко в уголок, чтобы нормально снять. Вот, поэтому сейчас сажусь на мотоцикл и еду на объект. Ну
Короче, здесь такая пологая кровля, очень пологая вот здесь. Вот там дальше из радиуса круче, а здесь пологая. Здесь будет конек у ребят. Здесь линдовая, очень интересная, на бантовую складку. Здесь собираются на двойной. Такая линдовая. На складочку. Может быть, даже это видео выйдет раньше, чем у Сани, да? Да. Там подвесной желоб. Тригончик Вова сказал, интересно сделает, но сомневаться не приходится. По-любому какую-нибудь да придумает херню. Здесь будет вот стоячий на двойной. Вот сначала приложить надо, я сейчас там покажу. Ну а потом уже все вместе поднять и сфальцевать. Теперь на этот скат. Вот так он отсюда выглядит. Здесь уже больше сделано. Также складочки. Тоже фальчик, тут две индовые собрали. Складочка и на двойной. Здесь лежачий, точнее стоящий двойной. Здесь скат, наверное, градусов 35, наверное, где-то градусов, да? 35-40. Здесь на планочку. Подложка, чтобы не царапать. Вот, здесь радиусные картины. Ребята монтируют. Там стоит им РБМ. Я не знаю, Володя обещал распонить его. Да, посмотрите. Это, короче, катать арки. Сначала станком прокатываем, а потом РБМ вытягивает его. Вот. Станок, который стоит бешеных денег. Он тогда стоил до всех событий 2,5 рубля, ну, миллиона. Сейчас сложно представить, наверное, все 3,5 или 4. Их всего 3 штуки, Володя говорит, один в Москве, 2 в Питере. Вот. В общем, вот так, подвесной желоб. В общем, молодцы, ребята, стараются. Тут была крыша. И, короче, пацаны, вот так вот я скажу, я не знаю, надо объяснять, вы видели эти крыши или нет. Интересно, если есть в подписчиках такой человек, который подписан на меня, но не подписан на Саню, то напиши. Будет круто. Я тебе какую-нибудь херню подарю. Если такое имеется. Вот. Кровлю Саня показывал там. Вообще смотрится вживую, конечно, лучше, чем на видео. Вот с коптера еще она вот так же смотрится интересно. Потом там гаражик такой аркой. И это баня. А на бане на 20 квадратов больше или на 30, Володя говорил. Чем на доме. Вот. В общем, спускаемся и смотрим РБМ. Вот шлебах. РБМ. Я так понимаю, это регулировать, ну, арку, натяжку. Здесь у нас малый фальц. Вот он вот сюда вот так и вытягивает. Здесь большой фальц. Один из двух питерских. И объект. Стелс. Вот такой вот станочек. Вот, в общем, сейчас пью кофе. Пью кофе, пацаны, и выдвигаюсь. Осталось мне, ну, где-то примерно километров 250-270. И я буду в Карелии. Пацаны говорят, давай буханем. Не, говорю, поеду. Поеду. В общем, такие дела. А, еще знаете, что хотел показать? Вот они, собственно, выкатанные картины. Вот они. Их увидеть, видно, что они. Тут радиус небольшой, но он выкатанный. Как Вова и сказал, там на большом доме 15 метров радиус был. Не надо было выкатывать, так лягли. А тут было 14 или 13,5, и все, уже, ну, блин, шишками такими выгибается, уже пришлось катать. В общем, такие дела. Вон мотоцикл стоит. Володина газель. Пацаны. А мы едем дальше. Короче, пацаны, ситуация следующая. Последние километров 60 примерно уже. Еду по дождю. От Питера выехал, смотрю на горизонте Карелия. И там прям тучи. Начал моросить. Не то, что начал. Я смотрю, такой спуск и подъем. И там вижу уже дождь идет.
быстренько остановился, начал одеваться. Ну, короче, немножко не успел. Ну, там начал морсить сильно, оделся. Конечно, бахилы купить не успел, ноги мокрые. А так весь сухой. Красота. Че, сейчас, в общем, подожду. Осталось 120 километров. И вперед. Пацаны. Ну вот, езжаем. Езжаем в Республика Корея. Карелия. Корея, говорю. В общем, осталось там километров, ну, меньше 100. Там. Давайте скажем 90. Может быть, чуть меньше, может, 80. Вот, там уже въезд, там уже дядька милиционер стоит, думает, хули он там остановился, наверное, что пить не ворует. Не башкирит, думает. Вот, поэтому вот такие дела, пацаны. Едем. Итак, пацаны, короче, я доехал. Вот вы можете наблюдать. Залив Ладожского озера, броневик и мотоцикл стратованер. Давайте подытожим. В общем, смотрите. По пути Платки, да, начинаем с Платки. От Бетонки до Твери. Там 350, по-моему, рублей Платка стоит. И от Твери до Питера 1730, по-моему. Вот, когда едешь 150, вот там, да, 130 разрешено, 150 без нарушений едешь, на 92-м 11,5 литра где-то хавает, примерно так, при скорости 150, а на 95-м где-то 9,5 при этой же скорости. Вот, потом, когда заехал в Питер, от Питера до Пацанов, на объект, и дальше скорость 110-120, до Приозерска я доехал, было 222 километра или 223 километра я проехал на 13 литрах. Ну, можно посчитать, да, расход значительно упал, чуть ли не в два раза, меньше 6,5 литра вышло, и вот так вот я ехал. 180 километров в дожде, дождь меня застал. Вот, все отлично, дождевик купил, это обычная, ну, как бы, не дышащая, не мембрана, единственное, бахилы не взял, конечно, это упущение, ноги мокрые, и там все чувякает. По пути встретил пацана с Питера, мото-братана, у него Кавасаки Вулкан ВН 1600, ну, если ничего не путаю, я в Кавасаках не особо волоку, ну, по-моему, ВН 1600 Вулкан, наверное, да. Вот, постояли, он, я сидел хавал, он подошел, здорово, там познакомились, вот, поболтали, в общем, мото, семья такая же дружная, в принципе, как и кровельная. Вот, в общем, доехал, мотоцикл весь грязный, все это самое было вот здесь вот, облеплено, машкарой, но дождем это все смыло. Замотовались, ну, естественно, глушители. Вот, в общем, вот так вот это все прошло. Вот такой вот видосик на стратованере. Приехал, ну, можно сказать, с Подмосковья, да, со Звенигорода. Проехал ровно 1000 километров за один день. Без 27 я выехал. Или в 45, ну, короче, без 27. И в начале 9-го приехал. С остановками, с покушать. У пацанов там часа полтора провел. Ну, в общем, вот так вот добрался. Все отлично. Короче, пацаны, не буду томить вас. Увидимся, услышимся. Всем пока.